Приветствую тебя, дорогой зритель, на связи Павел Чернышов, и в этом видео я хочу тебе представить новый инвестиционный сервис, который называется CRP-центр. Это по сути инвестиционный сервис, либо назовем его так, площадка для инвесторов, управляющих и партнеров. Инвесторы — это те, кто инвестирует свои деньги, управляющие — это те, кто управляет инвестиционными проектами, а партнеры — это те, кто занимается построением структур и привлечением инвестиций в тот или иной проект. На главной странице мы видим то, что данный проект создан исключительно для управляющих, инвесторов и партнеров. Именно для этих трех категорий людей и разрабатывался данный сервис. Поэтому если вы относитесь к одной из этих трех категорий людей, то данный сервис вам может быть очень и очень полезен. В чем основное преимущество проекта CRP-центр? Первое — это то, что он решает проблемы управляющих. Второе преимущество — это то, что он решает проблемы инвесторов. И третье преимущество — это то, что он решает проблемы партнеров. Проблема управляющих на сегодняшний день — это создать качественный инвестиционный проект и привлечь в него необходимое количество инвестиций. CRP-центр решает данную проблему тем, что на своей площадке он сосредотачивает огромное количество инвесторов, которые готовы инвестировать в тот или иной проект. И также CRP-центр помогает управляющим создавать качественные инвестиционные проекты, которые работали бы от 3-6 месяцев и более. Проблема же инвесторов на сегодняшний день основная — это в том, где найти качественные, хорошие, долгосрочные инвестиционные проекты, в которые можно было бы вложить свои деньги и как минимум выйти в ноль. Ответ — CRP-центр. CRP-центр решает данную проблему тем, что он размещает на своей платформе только качественные, проверенные и достойные инвестиционные проекты. Проблема же партнеров, рифоводов и сетевиков на сегодняшний день заключается в том, что при переходе из одного проекта в другой они регулярно теряют свою структуру, теряют свои сети, и в общем-то в каждом новом проекте им приходится приглашать людей заново. CRP-центр решает данную проблему тем, что ваши структуры, ваши сети, ваши партнеры все время будут за вами сохраняться при переходе из одного проекта в другой в рамках тех проектов, которые размещены на платформе CRP-центра. То есть если какой-то проект закрывается, то структура сохраняется. И если кто-то из приглашенных вами людей инвестирует в другой проект, в третий, то он также остается закрепленным за вами, и вы будете получать с них свои дивиденды. Таким образом, данный проект, данная платформа решает основные проблемы как управляющих, так и инвесторов, так и партнеров. По некой инсайдерской информации, руководителем данного проекта и его создателем является довольно-таки опытный инвестор, который занимается инвестированием уже более 10 лет и, в общем-то, который стоял у истоков интернет-инвестирования. Доверять, конечно, этой информации на 100% нельзя, но, тем не менее, есть смысл принять ее к сведению и наблюдать за тем, как данная платформа будет в дальнейшем себя вести. Итак, давайте по порядку. В чем преимущество платформы CRP-центр для инвесторов? Первое. Данный сервис ставит перед собой задачу размещать на своей платформе только качественные инвестиционные проекты со сроком жизни от 3-6 месяцев и более. То есть данная платформа является неким фильтром для инвесторов, на которые они могут найти только действительно проверенные, стоящие и качественные инвестиционные проекты. Все проекты, расположенные на площадке CRP-центр, проходят тщательный отбор и анализ, который проводят эксперты данной платформы. Второе преимущество – это то, что все ваши проекты, либо какая-то их большая часть, расположена в одном личном кабинете. То есть вам не нужно бесконечно бегать по личным кабинетам и различным сайтам, а вы можете зайти на один сайт, зайти в один личный аккаунт и увидеть там все свои проекты, либо часть каких-то своих проектов, которые, по сути, объединяет площадка CRP-центр. То есть удобство инвестирования в инвестиционные проекты. Третье. Присутствует страховка вашего депозита при инвестировании. Страховка составляет порядка 10% от вашего вклада. Если проект закрывается раньше того срока, на который была выдана страховка, то, соответственно, часть ваших потерь возмещается данным сервисом. Четвертое. Создание коллективных инвестиций и пулов. Если, к примеру, у вас недостаточно денег
для входа в какой-то проект, то вы можете объединиться в коллективные пулы с другими инвесторами и инвестировать в те проекты, которые вам интересны. Ну, к примеру, в каком-то проекте минимальная сумма составляет $500, а для вас это большая сумма, либо вы не можете выделить на один проект $500, а готовы только 50, то в таком случае вы можете участвовать в коллективных пулах и инвестировать в различного рода инвестиционные проекты, которые размещены на данной платформе. В одиночку, к сожалению, это сделать невозможно. Пятое преимущество – перевод и обмен средств внутри платформы CRP. То есть вы можете обменивать свою валюту на любую другую валюту, которая представлена в перечне CRP-центра, а также переводить свои деньги другим участникам данной платформы. Шестое преимущество – быстрый и бескомиссионный перевод своего депозита из одного проекта в другой. То есть вы можете без проблем свой депозит перекинуть с одного проекта в другой. Седьмое преимущество – справедливый и честный рейтинг инвестиционных проектов с реальными отзывами. На сегодняшний день существует такая проблема в интернете о том, что рейтинг может быть куплен, рейтинг может быть завышен, точно так же, как и отзывы могут быть все куплены и отзывы могут быть фиктивными. Поэтому CRP-центр принимает решение бороться с данной проблемой именно тем, что он будет размещать на своей площадке только реальные отзывы и справедливый рейтинг, то бишь, как говорится, неподкупной. Восьмое преимущество – возможность продажи своих инвестиций другому участнику платформы CRP-центра. Вы можете продать 100% своего депозита в каком-то проекте, либо только его часть. То есть, к примеру, вы вошли в какой-то проект на 3 месяца, но вы захотели свои деньги вывести через 1,5 месяца, а ваш тарифный план не позволяет этого сделать. Либо условия, при которых возможен вывод, вас не устраивают. В таком случае вы можете продать этот депозит другому участнику платформы. И девятое преимущество – это получение кредита под залог своего депозита. К примеру, вы вложили свои деньги в какой-то проект на сумму $500, и вы можете под этот депозит взять кредит. Теперь давайте пробежимся по сайту CRP-центра, сделаем его обзор и поверхностный анализ. Значит, мы видим, что в верхнем правом углу у нас расположен телефон службы поддержки, на который мы можем позвонить и задать интересующие нас вопросы. Далее, проекты центра – это те проекты, которые на сегодняшний день уже размещены на данной платформе. То есть, если вы зайдете в свой личный кабинет, то там вы увидите эти проекты, в которые вы можете сегодня уже вложить свои деньги. Соответственно, эти проекты уже прошли проверку и анализ экспертной группы CRP-центра. Можем кликнуть на кнопочку «Смотреть», перейти в соответствующий раздел, который нас интересует. Ну, к примеру, это «Доверительное управление». Переходим в данный раздел, и мы видим те проекты, которые размещены сегодня на платформе CRP-центра. Значит, сегодня это один проект, называется он Art Reality. Более подробно вы можете почитать об этом проекте, нажав на ссылку «Информация о проекте». Вернемся назад, перейдем в раздел, к примеру, хайпов. Высокодоходные проекты хайп. Значит, здесь мы можем познакомиться с теми проектами, которые находятся в категории хайп. На сегодняшний день их 3. Возвращаемся назад и посмотрим последнюю категорию проектов. Это доли в реальных бизнесах. Значит, на сегодняшний день здесь у нас присутствует также один проект. Более подробно о нем вы можете узнать, нажав на ссылку «Информация о проекте». Возвращаемся назад и опускаемся ниже. Значит, статистика системы на сегодняшний день у нас следующая. Размещено в общей сложности 5 проектов. 1400 инвесторов зарегистрировано. Общая сумма вкладов составляет $66 000. Далее мы видим новости данной площадки и партнеры, с которыми данная площадка на сегодняшний день уже сотрудничает. Вкладка «У нас» вы можете более подробно познакомиться с информацией о центре, почему мы. CRP-зон – это те проекты, которые в ближайший год-два руководство планирует воплотить в жизнь. Вы можете увидеть перечень этих проектов, которые планируется также создавать в рамках платформы CRP-центра. И тем самым создав более благоприятную атмосферу, более благоприятную обстановку для инвесторов. Что входит в CRP-зон? Значит, это на сегодняшний день является CRP-центр, то есть тот проект, с которым я сегодня вас знакомлю. Далее, это проект Investor Life. Это уникальный закрытый клуб для интернет-инвесторов.
Далее CRP Train, это финансовая игра, которая планируется запуститься. Kickmaster, это многопрофильная система для раскрутки в социальных сетях. Rev2Me, уникальный сервис для хранения и обработки реферальных ссылок. И DC Money, это полноценная анонимная платежная система. Вкладка «Услуги» здесь мы можем более подробно прочитать о том, что предлагает CRP-центр для инвесторов, что он предлагает для управляющих и для партнеров. Ну, к примеру, нам интересно, что он предлагает для инвесторов. Мы переходим в данный раздел, видим здесь видеоролики, картинки, схемы, преимущества и выгоды, которые нам предлагает данная площадка. Перейдя во вкладку «Инвестиции», мы увидим высокодоходные проекты, то есть проекты «Хайп», доверительное управление и долевое участие. Это то, что мы с вами уже посмотрели чуть ниже. Информация о рисках, вкладка «Помощь». Здесь ответы на самые важные вопросы и помощь в инвестировании, обратная связь – это контакты службы поддержки. И форум – это то, где вы можете задать свои вопросы и пообщаться с другими инвесторами. Для регистрации в платформе CRP-центра вам необходимо всего лишь нажать на ссылку прямо под этим видео. После этого вы попадете на сайт проекта. Далее в верхнем правом углу нажимаете на кнопочку «Регистрация». Перед вами открывается форма, которую необходимо вам заполнить своими реальными данными. В первое поле вы вводите свой почтовый ящик, во второе поле вводите пароль, в третье поле вводите этот же самый пароль, в четвертое поле вводите буквы либо цифры с капчи, которая отображается чуть правее. Далее проверяете, кто вас пригласил. В случае, если вы перешли по моей ссылке, то необходимо проверить, чтобы данный код совпадал вот с этим кодом, который вы видите сейчас в блокноте. Проверьте, чтобы он совпадал, после этого ставите галочку «Я принимаю соглашение» и нажимаете на кнопочку «Регистрация». Далее вам необходимо будет зайти в свой почтовый ящик, подтвердить свой e-mail, нажав на ту ссылку, которая к вам придет от CRP-центра. И после этого вы попадете опять же на главный сайт CRP-центра, на главную страницу, нажмете кнопочку «Вход» в верхнем правом углу. В первое поле вы введете ваш логин, который к вам придет на e-mail, а во второе поле введете свой пароль, который вы придумали на предыдущем шаге. Далее нажимаете на кнопочку «Войти» и вы попадете в свой личный кабинет. Более подробно функционал и возможности личного кабинета для инвестора мы с вами рассмотрим во втором видео. Благодарю вас за внимание, с вами был Павел Чернышов и до встречи в следующих видеообзорах. Благодарю вас за просмотр этого видео до конца, и если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, то напишите об этом в комментариях к этому видео. Yeah.